Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Военные летчики закончили играть в хоккей в этом сезоне. Самарские шпажистки выиграли первенство Европы. Футбол больше, чем футбол. Самара готовится к чемпионату мира 2018. Все меньше и меньше остается времени до чемпионата мира по футболу 2018 года. Игры будут проходить и в Самаре. Чтобы победить, важна не только подготовка игроков, но и болельщиков. О футболе и любимой команде самарцев школьникам рассказал главный тренер Центра подготовки футболистов клуба «Крылья Советов» Александр Цыганков. По его словам, спорт, а вместе с ним и патриотизм, и стремление к победам должны присутствовать в жизни каждого современного подростка. У нас большое количество ребят, которые любят и умеют играть в футбол. Единственное, что нужно развивать дальше, на каком-то этапе более профессионально подходить к каким-то моментам. Золотые медали юниорского первенства Европы по фехтованию привезли из Нови Сад, Сербия, две самарские спортсменки – Алена Комарова и Ирина Охотникова. Первыми сборной России покорились соперницы из Хорватии и Австрии. В полуфинале сдалась Германия. А вот матч за первое место с Францией получился ожесточенным. После пяти боев россиянки проигрывали 16-24. Но потом сумели собраться и взяли золотые медали первенства Европы со счетом 44-39. Самарским хоккеистам не повезло. Прошлогодний серебряный призер российской хоккейной лиги ЦСКА ВВС досрочно закончил выступление в плей-офф высшей хоккейной лиги. В четвертьфинальной серии он проиграл смоленскому Славутичу со счетом 1-3. Единственный матч военным летчикам удалось выиграть на родном льду, третий в серии со счетом 4-3. В другой четвертьфинальной паре Тамбов засушил Алтай 3-0. Борьбу за кубок высшей хоккейной лиги продолжат Тамбов, Славутич, Мордовия и действующий чемпион Ростов. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.